Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту статус 7.0. Этот проект находится в Telegram. Это бот. У меня для своих партнеров важная информация. Там что-то случилось у них. Вот, и они запустили новый бот. Значит, что они пишут, кто не знает. Дорогие друзья, партнеры, наш статус бот 7.0, вот снова работает. Пожалуйста, пройдите по адресу, я ссылочку оставлю в описании под видео, и нажмите команду старт. Наш бот избавился от статуса скам. Там что-то у них не заладилось с Telegram. Вот. Зайдите в раздел меню бота по кнопке продвижение и скопируйте внизу текста вашу партнерскую ссылку для друзей. Она тоже изменилась. Старая работать больше не будет. Ну и всем успешного старта. И обязательно добавьтесь в общий чат. Здесь уже почти 24 тысячи человек. И проект, я хочу сказать, суперский. Сейчас зайду к себе. Так, вот мой бот. Ну, тут они информацию, бывает, пишут. Вот ваша реферальная ссылочка. Вот сюда нажмете продвижение, ваша реферальная ссылочка. Копируем и делимся с друзьями, приглашаем в проект. Вход сюда всего лишь 100 рублей. Ну и вот мои результаты. Хочу показать вам. Так, мой баланс на данный момент составляет 709 рублей. Заработала я всего зайдя на 100 рублей 4383 рубля. Вот. И куплено у меня уже статус. Я заходила всего лишь на 100 рублей. Вот. А потом уже из заработанных денежек. Вот старт. Я заходила на первый статус. Потом я заработала деньги. Купила сразу второй статус. Потом еще я заработала деньги. Купила третий статус. Вот. Ну и также, конечно же, он платит. Вкладочка «Пополнить баланс». А здесь вкладочка «Вывести свои деньги». Кликаем. Так. У меня сколько я сказала? 709. Да, 709 рублей. Видите сумму вывода в рублях. Ввожу 709. И так. Комиссия у них 10%, но это ничего. Я кликаю. Ваш запрос на вывод 709 рублей будет обработан вручную. Вот. Я так полагаю, еще денежек нет. Вот, но тем не менее, проект платит. Я скрин выложу, как всегда, у себя на страничке ВКонтакте. Вот. Ну и приглашаю, конечно, в проект. И, как сказала, друзья, перейдите. Я ссылочку оставлю под видео. Обновите свой бот. Вы кликните по ссылочке, вы также попадете на свой аккаунт, ну, свой бот. Ну, это, в принципе, все. Ждать я не буду. Вот. Как бы зайдете на страничку ВКонтакте, посмотрите вывод. Да и в чат зайдите, там очень много народу, как я сказала, и все довольны. Всем удачи, всем здоровья, до новых встреч.